Будут ли ебатьки защищать Лукашенко? Беларусь ждет дефицит импортных товаров. Белорусов выгонят из Европы? Это народ спросит. Вы задаете интересующие вас вопросы, мы их адресуем нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы. Обо всех волнующих вас темах пишите в комментариях. В конце июня прошел так называемый марш Пригожина, ярко продемонстрировавший реальный уровень поддержки Путина его обширным электоратом. На защиту того, без кого невозможна Россия, не вышел никто. Смело скрипоносный народ и прочие активные патриоты самоустранились. Лукашенко также может похвастаться крайне агрессивным фан-клубом. Эти, безусловно, честные граждане, чувствуя за спиной искреннюю поддержку силовиков, всегда готовы поддержать своего хозяина. Написать донос, разгромить выставку, избить белоруса с национальной символикой, уничтожить недостаточно патриотичный бизнес. Но выйдут ли они на улицы защищать своего кумира в случае непредвиденного форс-мажора, который может произойти в любую минуту? Вопрос от зрителей Маланки. Будут ли ебатьки защищать Лукашенко? Надо понимать, что никакие ебатьки в случае серьезной опасности Лукашенко защищать не будут. И это было понятно не только, в общем-то, до так называемого мятежа Пригожина, это было очевидно еще в 2020 году. Потому что там, собрать хоть какое-то количество сторонников, как бы собрать, не то чтобы они вместе собрались, у режима не получалось. Их, в общем-то, нет и сейчас. Если была бы такая серьезная, действительно, народная поддержка, то, я не знаю, наверное, каждые выходные или каждый день были бы митинги многотысячные в поддержку режима, которые продолжались бы уже несколько лет. Эти, которые, в общем-то, режим пытается убедить себя в том, что он победил свой собственный народ, и все хорошо, и, в общем-то, страница перевернута, можно жить дальше. Опять, как бы, надо понимать некоторую, что ли, сущность, вот это явление ебатькизма, да, оно проявляется только, когда нет какой-то серьезной угрозы, не знаю, жизни, здоровью, свободе. То бишь, вот сейчас, когда каратели продолжают планомерно зачищать белорусское общество, но всплывают все больше и больше таких ярых доносчиков и так далее и тому подобное. Потому что именно в такой момент они чувствуют какую-то свою силу, могут себя проявить. Потому что в большинстве своем это люди, я бы сказал так, слабые. И более того, абсолютно трусливые. Как только пойдет какой-то серьезный замес, если можно было бы так выразиться, они, в общем-то, все абсолютно разбегутся и будут вообще объясняться, что они на самом деле, ну, как бы, были вынуждены, их заставляли это делать, иначе не получилось бы выжить и так далее, и тому подобное. То бишь, ну, это проявление такого, наверное, коллаборационизма последней стадии. И это абсолютно ненадежное. Союзники Лукашенко это прекрасно понимают, поэтому, в общем-то, опирается и продолжает опираться он исключительно на силовой аппарат. Эти товарищи с опасением и страхом вполне возможно воспримут новые перемены, именно потому что, ну, есть среди, скажем так, тех 20%, которые, в общем-то, вся социология так или иначе относит к ебатькам, есть несколько процентов термоядерных ебатик, которые вот как раз и, в общем-то, занимаются доносительством, активно пытаются использовать преимущества своей нынешней позиции с тем, чтобы получить себе какие-то дополнительные блага, либо там, поквитаться с какими-то старыми обидчиками. Такое, в общем-то, как бы бывает. А вот основная масса, ебать, она просто молча соглашается с тем, что происходит в стране. Но точно так же молча, а может быть и не молча, они могут как бы соглашаться с тем, что будет в стране происходить после перемен. 2020 год, наверное, как бы это очень ярко подсветил, когда, в общем-то, абсолютно лояльно вот это вот молчаливое общество, которое там, не 20%, которое, в общем-то, взяли, развернулись и пошли в другую сторону, потому что на самом деле они просто большую часть своей, где-то даже жизни, они просто молчаливо соглашались
с тем понимая, что они не в состоянии ничего изменить в стране, ну, просто адаптировались к тем условиям, которые, в общем-то, им навязывали. Но как только появился шанс на перемены, они себя показали, и как бы режим, на самом деле, с достаточно серьезным ужасом для себя обнаружил, что лояльности в обществе нет. И как бы сейчас никто там тоже не строит иллюзий, что она вдруг взяла и появилась. Просто палками, дубинками, арестами и штрафами забили это все гораздо серьезнее под плинтус, зажали эту пружину. Любое там серьезное внешнее или внутреннее изменение, и все это, в общем-то, взорвется и полыхнет. И вот здесь как раз, ну, опять режим ненавидно. Они прекрасно понимают, что ебатьки, те, кто даже там сейчас, кто-то по долгу службы, кто-то практически искренне желая там от того, чтобы ставить аватарки красно-зеленые на свои какие-то где-то фото в соцсетях, либо ходить на какие-то мероприятия по разнарядке, они ружье возьмут, но на войну не пойдут. Вот. Это, наверное, такая лучшая характеристика, которую когда-то еще в свадьбе в Малиновке дали таким людям. Ебатьки тоже они бывают там. Ебатька первой степени, ебатька второй степени. Наверное, как можно так разделить. И говорю, социология показывает, что там 20% сторонников плюс-минус у режима, они, в общем-то, всегда были, есть. Эта ситуация не росла и не уменьшалась там, на протяжении последних нескольких лет. Но среди вот этих как бы 20% есть 1-2%, которые можно отнести к термоядерным, которые действительно понимают, что они либо за идею, либо за очень серьезные блага. И понимаю, что они с этим режимом как бы связаны неразрывно. То бишь, вот такие слова, как ответственность, люстрация, их очень сильно пугают. А, тем более, там, если мы говорим о там, работниках каких-то силовых органов, они боятся, что с ними будут делать хотя бы 10% от того, что они делают сейчас с людьми в тюрьмах, особенно как бы с политическими заключенными. Потому что, ну, в общем-то, к большому сожалению, страна, которая пережила 30-е годы сталинские репрессии, уничтожение собственной интеллигенции, а потом с ужасом в книгах об этом читала, она вернулась очень легко в это же самое состояние. Но это, наверное, из-за разряда психологии человеческого общества. Там фильмы «Эксперимент», «Эксперимент 2», они такие как бы показательные, как можно из нормальных людей достаточно быстро сделать полумонстров, лишь дав им в руки неограниченную власть и полностью освободив их от ответственности за свои действия. Вот. Поэтому вот только пару процентов будет готово там сражаться, но это, собственно говоря, не сильно выходит за численность белорусской карательной системы там, и высшей номенклатуры. Все остальное, это власть меняется. Буденовку перевернули и пошли дальше как бы молча соглашаться, не соглашаться. Самое интересное, что, в общем-то, большинство из тех людей, которые сейчас себя считают ебатьками, они достаточно быстро примут перемены, потому что перемены после такой низкой базы, это всегда время возможностей, время зарабатывать время, как бы если не сидеть на месте, не надеяться на помощь государства, время для того, чтобы жить своей жизнью, работать на себя и получать от этого удовольствие, чего, собственно говоря, режим, ну, подавляющее большинство белорусов, особенно в последние годы, просто лишил напрочь.
Одна из сверхидей режима Лукашенко – импортозамещение. Госпропаганда радостно рапортует о бесконечных интеграционных импортозамещающих проектах. Исполкомы и госпредприятия, соревнуясь друг с другом, запускают всевозможные областные и районные программы по импортозамещению. В Минске проходит форум с обнадеживающим названием «Импортозамещение. Новые возможности». Составлен каталог товаров, склонных к импортозамещению. И этот список правдами и неправдами высочайшим повелением предписано воплотить в жизнь. Но получится ли осуществить этот список мечты? Ведь пока лишь получается успешно реализовывать рост цен и количество пустого места на полках магазинов. Наши подписчики интересуются, ждет ли Беларусь дефицит импортных товаров. По поводу импортозамещения у нас эта тема уже поднимается не один раз, и на протяжении уже ряда лет правительство озабочено тем, как снизить долю импортных товаров в потреблении. Вот, то есть, если мы говорим в целом про импортозамещение, то оно может происходить, ну, может осуществляться разными способами, то есть это могут использоваться какие-то тарифные, нетарифные методы, могут быть какие-то маркетинговые вещи, например, когда белорусские товары выставляются на видных местах, на полках магазинов, либо же, например, когда в больницах, в аптеках тоже предлагают и больше как бы, отечественные лекарства по сравнению с импортными. Вот. Но если посмотреть вообще на тенденции, которые вот есть в Беларуси на протяжении ряда лет, можно констатировать, что у нас пока импортозамещение не очень хорошо как бы идет. Почему? Потому что если мы даже сравним с 2005 годом и по 2021 год, да, вот как изменялась доля импортных товаров в общем объеме потребления, то она не только не снижалась, она, наоборот, росла. То есть если в 2005 году доля потребительских товаров в общем объеме импортных именно составляла где-то 31%, то в 2021 году эта доля уже составила там более 40%. Сейчас эта доля импорта, вот если мы посмотрим по последним данным за первый полугодие этого года, она там немножко снизилась, сейчас составляет около 40%, но тем не менее, то есть снижение, можем сказать, не такое, чтобы уже большое. Вот. И надо еще отметить, что сейчас, вот если мы посмотрим даже на результаты внешней торговли, то именно импорт потребительских товаров, он очень быстро в этом году растет. То есть за 5 месяцев этого года, ну, по сравнению с аналогичным годом, в 2022 году, импорт именно непродовольственных потребительских товаров вырос более чем на 90%. А продовольственных там где-то более чем на 25%. Экспорт, в свою очередь, тоже рос, но не такими большими темпами. То есть если по непродовольственным это более 50%, по продовольственным где-то 10 с копейками. Вот, то есть мы видим, что темпы роста импорта потребительских товаров, они опережают темпы роста экспорта. И это все свидетельствует о том, что, ну, как бы эту картинку видят власти и, соответственно, думают, как бы это ситуацию изменить. Но в данном случае, как я уже сказала, это не первый раз уже поднимается данный вопрос. Я не думаю, что если такой вопрос сейчас стоит на злобе дня, что мы там именно из-за этого столкнемся с дефицитом именно товаров. То есть это именно будут какие-то вещи регуляторного, скорее всего, характера, либо, как я уже сказала, там маркетингового, которые постараются вот эту вот долю опять-таки сокращать в будущем, допустим, году или там, в ближайшие месяцы. Одно из таких мер, которую можно привести как пример, это, например, это ожидаемое снижение беспошлинного ввоза товаров, да, через границу наземную
для личного потребления, то есть ожидается, что с 1 октября оно снизится, вот эта норма снизится с 1000 евро на человека до 500 евро на человека. То же самое касается, что там будут снижаться нормы по посылкам из-за границы, и если, например, товар доставляется из-за границы перевозчиком, там вообще будут эти пределы снижены до 200 евро. То есть таким образом это тоже как такая ограничительная мера. Но здесь надо сказать, что, конечно, все это очень сложно как бы регулировать жестко. Да? Почему? Потому что у нас в Беларуси действует единое таможенное пространство с Россией той же. Да? И здесь как бы вот это вот ограничить полностью, там, запретить вот эти вот импортные потоки очень сложно в этом случае. То есть даже вот этими какими-то тарифными вещами регулировать сложно. Тем более сейчас у нас, вот, насколько можно видеть из публикаций, да, доступной информации, что в Беларуси растет популярность онлайн-сервисов российских, да, то есть онлайн-маркетов, там, типа Озона, там, Wellberries, то есть вот эти все, тоже, это же тоже работает все на импорт, да, то есть это часто это импортные товары. Ну и надо сказать, что какие-то вещи, то есть белорусы, они действительно предпочитают покупать импортные по сравнению с отечественными товарами. Почему? Потому что, ну, зачастую качество не такое, да, например, вот опять-таки то, что говорил Марк про электротовары, те же телевизоры у нас в основном там импортные покупают, ту же обувь, одежду, косметику. То есть вот эти все категории товаров более 50% по ним именно импортного потребления, да, то есть, и я думаю, что, ну, как бы резко изменить ситуацию, я думаю, что это очень сложно, во-вторых, я думаю, что это не будет этим никто заниматься, потому что, естественно, это в любом случае это может создать какой-то перекос на рынке, но какие-то вещи, какие-то вот действия со стороны властей, я думаю, да, будут предприниматься. Ну вот как те же пошлины, да, беспошлинный ввоз. Дефицит импортных товаров, смотря какой, да, смотря к чему человек привык. То есть каких-то товаров может не быть на рынке не из-за того, что там белорусские власти что-то ввели, а из-за того просто, что действуют санкции, закрываются границы. То есть исходя из этого, да, ухудшается логистика. Исходя из этого уже может быть наблюдаться, может быть дефицит, может быть изменение структуры, да, то есть завоз товаров худшего качества. Вот это может быть. С другой стороны, нельзя сказать, что это чисто популистская такая мера, потому что, конечно, власти Беларуси, они заинтересованы, чтобы меньше импорта вот именно потребительских товаров, которые можно заменить, возилось, и люди покупали внутри всей страны. Другой вопрос, что это очень сложно это сделать. Но об этом, да, вот стараются говорить, популяризировать отечественную продукцию, отечественные товары. В принципе-то в этом ничего плохого нет. Просто другой вопрос, что в любом случае должна быть конкуренция. Конкуренция товаров, и люди будут выбирать именно то, что лучшего качества. Если это еще будет там, ну, хорошее по цене, конечно, они будут покупать и белорусское. Вопрос в качестве. Да? Например, по тем же продовольственным товарам основная доля идет именно товаров, потребляется именно белорусского производства. Да? Вот. А что касается уже, допустим, непродовольственных товаров, там есть, да, действительно большие проблемы, которые, я думаю, что быстро так не решаются. После 21 февраля 2022 года отношение к белорусам в Евросоюзе кардинально поменялось. В чем только сейчас нас не обвиняют? В поддержке войны в Украине, в неспособности самостоятельно разобраться с режимом Лукашенко, в излишнем миролюбии и недостаточной агрессивности. Все эти обвинения логично приводят к тому, что такие вещи, как право выезда и нахождения белорусов в Евросоюзе, их перемещение по Европе, их легализация в европейских странах, абсолютно некомпетентное сравнение белорусов с русскими, вошли в классический популистский набор стандартного еврочиновника. Возможно, это начало новой охоты на ведьм, где роль ведьм уготована белорусам. Возможно, очередной голословный популизм евробюрократов, адресованный своим избирателям. Но факт того, что с каждым днем законные права белорусов становятся под сомнение и нарушаются, вполне себе очевиден. Поэтому актуальный вопрос от наших зрителей. Есть ли реальные перспективы для того, что белорусов начнут выгонять из Европы? На самом деле, мне кажется, что несмотря на то, что ситуация достаточно серьезная, паниковать еще рано, потому что белорусов пока что не депортируют в Беларусь, как это
происходит с некоторыми другими, например, национальностями в других странах. Там были кейсы, когда высылают, например, из Швеции часто людей из Афганистана или курдов, уже были кейсы такие. И это, конечно, страшно, когда людей депортируют конкретно в страну их происхождения, где им грозит прямая опасность. Поэтому пока что мы не в этой точке, но при этом уже есть достаточно такой непозитивный тренд, который показывает на то, что, в принципе, соседние с Белоруссией ЕС страны готовы думать о том, как себя обезопасить. И в этой ситуации как бы фронтранером, в принципе, является Литва. Мы слышали многочисленные заявления и предложения также по поводу того, что нужно определенным образом синхронизировать как бы политику по выдаче видов на жительство с россиянами, то есть чтобы белорусы имели такие же условия. Мы слышали также случаи, когда людям аннулировали виды на жительство, и также вот эти нововведения по поводу анкетирования, которые касаются позиций людей по войне, по Крыму и так далее. Это все понятные меры, и они понятны, потому что, в принципе, Литва достаточно маленькая страна, которая, в отличие, например, от Польши, в случае какой-то военной агрессии пострадает намного больше, и защищаться будет, на самом деле, намного тяжелее. Поэтому как раз-таки из соображений безопасности Литва предлагает такие меры, и учитывая историческую практику, исторический вообще опыт и то, что произошло вот в 24 февраля, да и в принципе в 2014 году со стороны России, оно обуславливает подозрение о том, что Россия как бы не самый приятный сосед. Ну и тут как бы я плавно подхожу к тому, что пока что вот Литва, скорее всего, как мне кажется, в своих заявлениях очень четко дает понять, что речь не в белорусах, дело не в белорусах, речь не о белорусах, а дело на самом деле в России. Да? То есть мы видели отражение этой позиции, в том числе в заявлениях во время саммита НАТО о том, что Беларусь является частью или российской губернией. И поэтому тут все-таки не стоит забывать, что действия Литвы направлены на предупреждение определенной военной агрессии со стороны России в сторону Литвы. И, конечно же, перемещение войск Вагнера очень сильно подталкивает литовских политиков думать об этом еще более интенсивно. Но, опять же, это действие направлено на защиту от России не столько, сколько на защиту против белорусов. Поэтому это, с одной стороны, хорошая новость, да, что литовцы все равно еще не считают всех белорусов абсолютными врагами. Но при этом это, конечно, плохой сигнал в том числе демократическим силам, да, то, что их субъектность немножечко страдает в этой связи. Поэтому я бы сказала, что несмотря на то, что есть такие заявления, и несмотря на то, что все равно мы будем видеть негативные эффекты, все равно эта политика так или иначе будет влиять на белорусов, которые проживают в Литве. Пока будем надеяться, что только в Литве, а не в Польше. Несмотря на все это, позиция Литвы указывает на то, что при смене какой-то геополитической обстановки у нас будет достаточно хорошая стартовая позиция на то, чтобы вернуться, скажем так, в статус-кво, в статус до войны, когда белорусам будут точно так же выдавать визы и будут спокойно пускать их в страну. Поэтому, несмотря на то, что уже были неприятные случаи, и несмотря на то, что многие люди переживают, я бы пока что не ставила на то, что это станет большим негативным трендом, и всех белорусов просто вышлют из Литвы. Скорее всего, нас, конечно, ждет какая-то волна эмиграции уже повторной людей из Литвы в Польшу, для кого-то, может быть, и в третий раз эмиграция, если кто-то переезжал изначально в Украину. И в Польше, конечно, пока условия немножко лучше для легализации. При этом там определенные исследования, кстати, показывают, что с дискриминацией немножко хуже в Польше, с которой могут сталкиваться белорусы. Но я думаю, что стоит ожидать определенную волну эмиграции, если люди будут сталкиваться дальше с такими, не обязательно даже решениями по видам на жительство, но скорее с какими-то заявлениями политиков, которые могут их испугать и как-то вот показать на не самые хорошие перспективы будущего. Поэтому мы ждем, я думаю, что мы увидим в ближайший год-два, мы увидим эмиграцию белорусов из Литвы в Польшу.
И мы увидим какое-то ужесточение политик, как мы уже видим сейчас по ограничению выезда, по закрытию границ, в смысле, и точно так же, скорее всего, что будет ужесточаться незначительно политика по выдаче видов на жительство. Но при этом я не думаю, что это будет затрагивать активно продемократичных белорусов, которые искренне как бы поддерживают, например, Украину в войне и готовы, скажем так, стали жертвами режима в 2020 году. Я бы не назвала это просто популистской риторикой. Я думаю, что люди действительно обеспокоены. Ну, конечно, это может быть там, в случае электоральных кампаний способом каким-то привлечь голоса людей, граждан этих стран. Но я бы все-таки не говорила, что вот Литва исключительно как бы единственное зло в этой ситуации, если смотреть глазами белорусов. Я бы сказала, что наблюдаются определенные тренды также и в Польше, но просто, скорее всего, что в Литве это больше заметно, потому что все-таки достаточно маленькая страна, и, может быть, громче немножко звучат голоса, которые вот призывают к этой безопасности. Что касается как бы сравнения россиян и белорусов, ну, этот тренд, очевидно, происходит не от европейских стран, он происходит от риторики, которая началась достаточно рано с эскалацией военных действий в феврале, и началась она со стороны Украины, да, в первую очередь. То есть, когда Беларусь впервые Украина назвала агрессорами, и, в принципе, никто долго не разбирался, там, режим или белорусы. Но я думаю, что это естественным, органическим таким способом просто переплыло в риторику европейских стран, которые активно готовы поддерживать Украину и всяческими способами также хотят подать сигнал, что они готовы противостоять российской агрессии, они готовы поддерживать Украину и так далее. Но при этом также есть определенные решения других западных стран, которые точно так же затрагивают и белорусов. То есть были кейсы, есть разные случаи, когда, например, вот есть одно туристическое агентство в Швеции, которое там не продает, например, белорусам путевки на отдых. Есть определенная рекомендация Госдепа США, которая предлагает не выдавать белорусам и россиянам визы больше, чем на один год в США. То есть есть разные рекомендации, которые по всему миру плюс-минус как бы вот по касательной проходят по тому, что белорусы и россияне, в принципе, смешиваются, да, в этой ситуации. Да и, в принципе, это связано с тем, что даже до военных действий сильно образ белорусов от россиян, как бы, особенно в далеких западных странах, не отличался. То есть, если там 10% населения могли показать белорусы на карте и сказать, кто такие белорусы, это уже хорошо. Поэтому то, что есть такая вот синхронная политика как в отношении россиян, так и в отношении белорусов, это, мне кажется, просто закономерность того, что Беларусь сильно не, скажем так, не присутствовала в повестке западных стран до 2022 года, и, вернее, до 2020 года. И это логично просто продолжение этой политики. Вы смотрели проект «Маланка Медиа. Народ спросит». Задавайте вопросы в комментариях к данному видео и присылайте в наш Telegram-бот. На каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ. Заходите на наш сайт «Маланка Медиа» и скачивайте мобильное приложение «Маланки». Не забывайте, что в нашем Инстаграме и Телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости. Подписывайтесь на наш ТикТок и Твиттер. Если вы находитесь за пределами Беларуси, в безопасности, репостите это видео. Живе Беларусь и слава Украине!